снова с вами Панцер, и сегодня я хочу показать рецепт засолки малосольных огурцов. Я уже когда-то давным-давно показывал быстрый вариант засолки. Вот здесь я повешу ссылочку на него. А сейчас я хочу показать оригинальный рецепт засолки огурцов, потому что вся его оригинальность в том, что оно засаливается в виноградных листьях. И впоследствии эти листья можно использовать для приготовления долмы. И, собственно, этим рецептом я и подкупил. Потому что проблемно всегда найти листья, не знаю, у нас, по крайней мере, нигде не продаются эти виноградные листья. Приходится саму отбирать где-то виноградники. И, в частности, я это делаю в гаражах. Поэтому рецепт мне заочно понравился и решил его воплотить в жизнь. Кроме этого, такой же рецепт из засолки огурцов и на длительное хранение, ну то есть консервация на зиму. Что тоже есть плюс, то есть опять же виноградные листья остаются, и потом их, когда огурцы съедают, листья остаются, их можно использовать для приготовления той же долмы уже, допустим, зимой. У меня пока нет опыта консервации на зиму, я сделал эти огурцы малосольными. Уже сделал, но я сейчас покажу, как делать, это второй раз делаю. В принципе, уже испытанный процесс, поэтому будет быстренько. Итак, начнем. Они стоят,
И двое суток они простояли в холодильнике. Да, они будут малосольные. Это уже все проверено. Эту банку трогать не буду, по мне только 2 дня стоит на столе в кухне. Поэтому мы ее убираем в сторону. Берем банку, которая стоит у меня уже, наверное, недельки-две в холодильнике. То есть идея была такая, посмотреть, насколько они будут вот стоять. То есть можно ли вот в таком виде, не стерилизуя банки, там не добавляя какие-то другие варианты, хранить их дольше, чем, допустим, употреблять сразу после 4 суток выдержки. В рецепте, когда они стоят надолго, есть небольшое отличие от того, как делал я. То есть их надо залить кипятком, потом это слить, потом в него все добавить, закипятить опять и опять залить. То есть двойная залить. Здесь ничего этого нет. То есть не знаю, на что это влияет, но как-то, возможно, не такие стойки. Но банка крышку втянула и стоит все очень хорошо. На вид тоже все хорошо. Поэтому мы сейчас достанем огурец и посмотрим, что вот на через 2 недели с ним случилось. Пахнет хорошо и пахнет именно огурцами малосольными. Теперь надо добыть один огурец. Лезет по лопищами. Остается целый, его можно в дальнейшем использовать, как я говорил, на долму. Я их просто беру, перекладываю обратно в эту же банку, не в этом, а соли так и стоят. Аромат очень приятный, огурцы плотные, даже беленькие, то есть он реально как малосольный. Мне интересно, сколько это будет сохраняться, но как долго, скажем так. Ну, попробуем. Огурец малосольный. Достаточно плотный, но здесь, скорее всего, требовалось бы еще плотнее укладывать в банки. Банка, видимо, не самый лучший вариант. Все-таки какая-то емкость нужна такая более удобная, чтобы их выложить плотнее, может быть, даже пригрузить. Но если не плотно сложно, то они, в принципе, не нуждаются в пригрузе. В целом, огурец малосольный. Он вкусный. Даже закуска в самый раз. То есть сохраняется и вкус свежего огурца, и соленость какую-то. В целом получилось вполне прикольно. Листья офигенно подходят на долму. Я уже пробовал делать долму из таких листьев. Все получается отлично. Так что, в принципе, весь рецепт меня вполне устраивает, и я его могу смело рекомендовать. Так что берите на вооружение, отличный рецепт и твое новое действие. И огурцы, и листья. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Панков. Пока.